Завершили ремонт в двухкомнатной квартире. Ремонт был косметический. Оклеили стены обоями, предварительно шпаклевав. Установили подоконники обтанки, окрасили радиаторы отопления и трубы. Установили натяжной потолок с карнизом и потолочной люстрой. Также выровняли финишным равнителем полы и уложили кварцениловое покрытие от винила. Заказчику остается только заменить дверь. Также сделали электроточки новые по пожеланию заказчика. Здесь, здесь, здесь. И установили механизмы розеток. Это комната номер один. Комната номер два. Обои покупались в Обойкине. Смотрите, как сделали классный переход из декора в общий фон. На полу у нас кварцвинил от винилама. Окрашены радиаторы. Установлены белые подоконники. Покрашены откосы. Также установил карнизы. Но здесь у нас был уже потолок, поэтому карнизы поставили с креплением на стену. Теперь предстоит замена двери. Также мы здесь переделали электрику, разместили туда, куда требовалось по пожеланию заказчика. Вот такой небольшой косметический ремонт за 2 недели выполнен в ЖК на Индустриальном. Спасибо за просмотр. Небольшой лайфхак, если кому интересно, креплю к алюминиевым карнизам кронштейны именно через такое соединение. Сейчас буду устанавливать над окном. Считаю самый надежный крепеж, чем тот, который идет в комплекте.